Привет, дорогие зрители канала Мир СНТ, меня зовут Джека, и мы с вами продолжаем играть в игру Сталкер Чистое Небо. В последней серии мы с вами помогали одиночкам на свалке отбиваться от бандитов, потому что, как выяснилось, бандиты, по их рассказам, заняли всю территорию свалки, и, так сказать, отношения с бандитами у нас с вами немножко ухудшились, даже не немножко, а мы теперь с ними, как я могу показать, враждуем. Вот, видите, на базе, собственно, нас не ждут теперь. Зато одиночки, то есть сталкеры, нам стали друзьями. Может быть, не все, но... А нет, все, смотрите-ка. То есть с одиночками мы добились неплохого, так сказать, ну, в общем, в союзе. Я не знаю, как можно по-другому назвать. Короче, неплохих отношений мы добились. Так, свобода, что вы тут делаете? Не, ну это хамство. Убери оружие. Так, стандартная реплика. Мол, чего ты нас отвлекаешь, мы тут блокпост охраняем. Чем пожаловал? Ну окей. Так, задание у нас показывает отправиться за клыком в темную долину. То есть вот туда. Давайте это и сделаем. Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И чтобы без резких движений. Говорить будем. Так, стоп. Убираю. Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, свобода. Брат. Больно не будет. Хорошо. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Я наемник. Ищу сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. А почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действует профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо за информацию. Здоров! Так, хорошо, я не буду вам тут... Четвертый! Это первый! Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение! Наемник, проверь, что случилось! Хорошо. Стрелочка пока, да. Стрелочка показывает туда. Ой, аномалия здоровенная. Одна из моих нелюбимых. Как вы, наверное, заметили. Я ее не полюбил, когда мы с ней первый раз встретились. Так, что у нас здесь? Как вы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ух! Ой-о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 й! Твари! Ах! Черт, ты нам сейчас вас отстреливать, что ли? Да, с моей меткостью. Так, все отлично. Так, перезарядим. Фух, псы. Чертовы. Кто-то вас тут перестрелял, ребята, о, как я вижу. Харчили, кажется, по-жесткому, да? Ой, блин, жаль вас. Собаки, что ли, вас убили? Я не понял. Да навряд ли, я не думаю, что собот смогли. Не, ну это хамство. Убери парочки оружие. Собак. Собственно, проиграть или как-то назвать. Просто собаки не могли им так насобить, что ли, я не знаю. Потому что...
наверное, учитывая опыт свободцев и оружие, которое у них, навряд ли какие-то обычные собаки, которых даже новички отстреливают, могли бы напасть на такой отряд и уйти, так сказать, с победой. Так, что с детектором аномалии я редко, кстати, пользуюсь. Хотя деньги здесь это в порядке вещей. Да причем в таком порядке вещей. На первом месте можно ставить. А хотя не первое место, это выживание. Да, место второе, может быть. Так, тут ничего нет, я просто там аномалию какую-то зеленую видел. Да, вон, слышите, аномалия. Ничего с учем нет. Может быть, какой-нибудь артефакт завалялся. Ах, нет. Нет, нету. Печаль. Блин. Ладно. Вот это здание я крайне недолюбливаю. Как помните, еще со времен Тени Чернобыля, а хотя Тени Чернобыля и Чистое небо здесь наравне. Ну, в общем, когда я проходил Тень Чернобыля, здесь было так, то что поселился кровосос, который положил тут группу новичков, что ли, из трех человек. Мы их спасли, точнее одного из них, подлатали его и, собственно, расправились с этим кровососом. Так, теперь кровососа не наблюдаю, но так как стрелок убил его. И следов крови тоже что-то не наблюдаю. И сейфа, который стоял на втором этаже в комнатке, я тоже не наблюдаю. Или вот здесь он стоял. Ладно, неважно. Главное, что небольшие недоработки я нашел. Это, ну как, это не слишком, так знаете, влияет на атмосферу. Просто говорю то, что по сути должны стоять. Может тут чего? Хорошо. С комендантом поговорить. Ну, поговорим. Тут вроде в Тени Чернобыля аномалия была. Нет, теперь ее нету. Но грузовик этот сверху до сих пор стоит и живет, так сказать, своей жизнью. Вряд ли им кто-то пользуется. Ладно. Так, что у нас? О, ящик. Я оружие не могу взять. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю задорого, продам задешево. Да ты еще, брат, привет, отвечаешь. Приятель. Чего изволишь? Так, Ашот. Ничего. И разошлись, как в море корабли. Привет, приятель. Я тебе один умную вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Хорошо, как скажешь, брат. Ох, ты сколько у нас гранат, вот, собственно, вот тех за барыжем. Так, да, вполне. Патрон, один, ой, это что, 1 рубль за патроны. 1 рубль за 8 патронов, что-то соотношение такое. Ну рассказывай, я весь внимание. Неправильно. Да ты что, я не могу оружие взять. Что-то у Ашота. Хорошо, брат. О, все, могу оружие брать. Возьмем нож. Не, оно убирает. Ну чё, ладно тогда. Так уж и быть. Давайте сначала, собственно, знакомимся с базой. Так как я хочу знать, куда мы попали. О. Эй, сталкер, с чем пожаловал? СВД. Нет, ни с чем. Ох ты, посмотри-ка. Ох, а ты у нас? Здорово, сталкер. Яр. Здравствуй, наемник. Хочешь деньжат заработать? Хочешь деньжат заработать? Неправильно поставил ударение. Так,
И, собственно, да, конечно же, я хочу. Есть у меня одно дельце, и проверить его надо по-тихому, без лишних свидетелей. Пойди ко мне, когда стемнеет, как следует. Часиков так в 11. Хорошо. Удачи тебе, сталкер. Ох ты. Больших денег стоит подлатать. Ну, давайте подлатаем. Ну, хотя, блин, не, мне жаба давит. Даже для своего оружия. Нет, конечно, плохо все. Не знаю, не знаю. Я просто думаю, то, что мы с этой броней проходим еще недолго. Отдача. Ботка затвора позволяет увеличить темп стрельбы. Эта часть уже модифицирована. Замена стандартного ствола на облегченный. Настильность, отдача. Отдача. Емкость магазина. Калибр. Ну ладно. В принципе, в случае чего обратимся к тех, найдем подходящее оружие. Так как на данный момент я не особо хочу улучшать свое оружие. Не особо тайно и сильно. О, и к тебе зашли, да? Так, давай лучше закроем дверку без лишних свидетелей. Снова кому-то от меня что-то нужно? Ну и денек. Так, Щукин, свобода. Плохое место для прогулок ты выбрал. Раз это не в курсе, что нас постоянно нападают. Торчать у нас на базе, а тем более носить комбинезон свободы, дело опасное. Мне нужен сталкер по прозвищу Клык. Слышал о таком? Лично я его не знаю. Недавно заходил к нам один бродяга. У него и нашего верхнего какие-то свои мутки. Ой. А у него и нашего. Окей. А, только разговаривали они без свидетелей. Может, это твой был, не знаю. Как мне к лидеру свободы попасть? Ха, какой ты малый... Какой... Ой... Тьфу, чё со мной? Ха, резкий ты малой. А, что по нос? Значит, пока база на карантине. А в аудиции у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемник. С другой стороны, если скажем так, окажешь нам одну услугу, замолвлю за тебя словечко. Так как, берешься? Выкладывай, в чем дело. Возле базы свобод... Ой, возле базы пси-собака завелась, походу... Ой, прохода не дает. А как запах еды с бара почует, все, туши свет, начинает ломиться как дурная. У ребят уже нервы не на месте из-за ее гребаных фантомов. Разберись-ка ты с этим вопросом. Тогда я потолкуем серьезно. Считаю ее уже нет. Не отвлекай меня по пустякам. Занят я. Так, далеко нам шуровать? А нет, недалеко. Близко. Да, что-то конкретно. Устал сегодня, можно так сказать. Читаю уж неправильно. Ладно, пофиг. Так. Поможем, думаю, свободцам. Да хотя это у нас, блин, главное задание, можно сказать. Не помочь свободцам, значит, собственно, не узнать о Клыке ничего. Кстати, я не помню, Клык здесь жив, по сути. Потому что в тени Чернобыля про Клыка почти ничего не было рассказано. Он как? Ох. Наемник! Твою мать! Какого? Такое оружие! Ой-ой-ой, забыл еще. Ах! Охренеть! Вы че, ребят? Шутнули типа? Это такую снарягу ложить? В такое место? Ну я имею в виду разрабы. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас скажись. Получу себе дозу смертельную. До конца жизни хватит. Не хочу аптечки тратить, хоть у нас их и в достатке. Особого желания все равно у меня не возникает. Так, ТРС-301. Ты у нас похуже, да, чем наша гадюка, но у тебя есть...
прицел, который я могу отсоединить. На гадюку я могу присоединить свой прицел? Нет, на гадюку я не могу. Вот это оружие чуть-чуть получше будет. Тогда будем таскать его. Разрядим. Так, ладно, с Богом. Ох, я уже вижу. Я надеюсь, это нормальная собака, а не пси, потому что, как вы помните, наверное, раз один-два мы нарывались на пси-собаку. Блин, клинит его еще. Хотя чё, я ожидать стоило. Черт. Фак. Где нормальная собака? Нормальная. Все. Разобрался с мутантами. Теперь давай назад за дальнейшими указаниями. Все что ли? Я вам скажу, не тяжело было. Даже выгодно. Смотрите, собаку убили, собственно, уважение свободы маленького добились, еще и пухи нашли у наемников неких. Только что они там забыли? Вопрос. Вот это уже меня интересует реально. Пустовато. Ну ладно, какой-то лагерь был, да? Ой, так тут выйти можно. Ну, понятно. Окей, уберем пуху сразу же, чтобы никаких недоразумений у нас не произошло. Так. Здоров! Да здоров, здоров. Так, закроем дверцу. Ёлки, бардак и проходной двор. Кто? Как успехи, наемник? Ну что, погоняла тебе собачка. Не имеет значения, главное, тварь мертва. Отлично. Теперь будет задача посложнее. Нужно достать боеприпасы нашим на дальнем форпосте. Дуй прямо к Ашоту, это наш торговец. Он расскажет, что и куда именно нужно будет отрабанить. Окей. Понятно. Ходят тут всякие. Так. Эй, слышишь? Вчерашний хохма уже не хохма. Ладно, неси сюда свой ствол. В общем, выкладывай. Так, вот у нас что? Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал. А, медик? Привет, чувак. Ну, будь, чувак. А, бармен. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Хлебушек скупишь у меня. Ох ты, неплохая стоимость у тебя. Ко всему этому барахлу, да? Имею в виду к еде, хотя это не барахло. Ну, пофиг. Так, что бы у нас такого ненужного? Вот эта вот пушка, я не знаю. Вот это, по сути, лучше. Вес 5, 10, 2, 7. Нет, смотри-ка. Похуже будет оружие-то, да? Ладно, давайте продадим тогда. Привет, приятель. Ай, молодец. Ай, обманул Ашота. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? Это вообще к чему у меня вопрос? Ладно, пофиг. Какой-то Ашот странный у нас, скажись. Дружок. Так. Что нам скажешь? Привет, приятель. Чего изволишь? Я от коменданта за боекомплектом. А, все-таки нашелся герой. Почему герой? Да, виси, понимаешь, боятся нас за ворота высунуть. Нападение один за другим. Я думаю, это не люди, это не чистосила. Мы слушаем, стреляют. Мы бежим на блокпост. 2 минуты. 2 минуты, слушай, а ребята уже не живы. Все. Даже через рацию никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают. Знают? Где каждый наш патруль, каждый наш человек. Слушай меня, дорогой. Я так думаю, кто-то наш плотно информацию сливает, да? Такой нехороший, ерунда получится. Ну вот тебе посылочка для наших ребят. Где они? Я дал
Я дал на твой КПК. Будь живой. До встречи. И разошлись, как в море корабли. Что ты нам дал? Гранат. И что там? Патроны. Ох, патроны дал. Отлично. 240 патронов. Ну да, нормально, в принципе, думаю. А, что у нас тут задание горит? Смотри-ка. Смотри-ка. Подходи. А, это что ли? Да, вот денежки. Заходи так, на следующий. Потом прочитаем. Сейчас желание читать нет. Так. Так, отдохнем. Что-то мы быстро выдохлись. Опять стрельба. Блин, тут артефакт реально что ли нет? Наемник, это Чехов. Форпост атакован. Даже не знаю, выжил ли кто. Но один из ПДА все еще активен. Может, на нем найдется полезная инфа? Найди его и доставь мне. Черт. Нет артефакта. Блин. Там люди погибли, а я тут за этим артефактом. Ах, фак. Да черт опять! Богнутая лестница. Буксует он на ней. Так, черт, как на форпост напали? Вы шутите, ребята? Я же, блин, буквально в нескольких метрах был. Черт. Кажись, она была быстрее. Так. Один с ПДА активен. Опять что ли, небось, собаки? Или... Нет. Черт. Что-то мне уже, знаете, как-то... КПК одного из бойцов свободы. Запись разговора тех, кто внезапно атаковал отряд. Принести КПК Чехову. Черт, вот это облажались. О, комендант, сука. Трепал, мать его, что на блокпосте патронов полный ноль. А свободовцы твоих наших ранили. Хватит болтать. Заметаем следы и сваливаем. Комендант? Твою мать! Чисто, можно сказать, их командир инфу сливал. О, господи. Чё за суки, а? Бывают же, конечно. Ладно, посрать. Ну, конечно же, не посрать, но, блин. Я сочувствую свободцам. Плохо с ними поступили, конечно. Их командир отряда, блин. Командир. Ой, ладно, посрать. А, надо что-то выкинуть. Так, Ио, какой самый худший? Лучше. Так, тогда тебя выкинем. Взяли винтовочку. Хорошо. Так. Хотя ничего хорошего, блин. Свой человек. Сливал инфу наемникам, как я понял, да? Скорее всего, это наемники. Кто еще будет? Собственно... Да хотя, слушай-ка, если порушать логически, то они думают, что комендант специально... Да вы шутите, опять что ли мертвые наемники? Срань господня, извиняюсь. Какого хрена? Пацаны, вы живые, нет? Это свобода, ёп! Оперный театр, понятно. Всех, кажется, обшмонали уже, да? Долг? А, все понял. Свобода и долг, как я понимаю, здесь тоже воюет. А, если порассуждать логически, вот я сейчас что-то подумал. Смотрите, свобода означает как свободный человек, да? Ни от кого не зависит, а долг это на человека, который несет службу какую-то, скорее всего. И получается у них, так сказать, разногласия, может даже из-за этого, то, что одна сторона считает то, что их
у них есть долг, то есть, так сказать, нужно выполнять приказы, а свобода, так сказать, вольные. Дождь. А, отлично. А звука дождя нет. Ну ладно. Так, Ашот, слушай. Слушай, здорово, приятель. Хочешь продать? Купить хочешь? Все можно, все. Я тебе один умный вещь скажу. Заткнись, только пожалуйста. Ты не обижайся. Слушай, деньги не главные, понимаешь, да? Иди, дорогой. Иди, дорогой. Пойду, дорогой. Так, ладно. Немноженько денег заработали. Ну чё, пойдемте, сдадим эту комендантскую крысу. В смысле, он что, ушел? Или его уже убили? Окей. Что так, скажешь, брат? Ну что, я скажу то, что серия подошла к концу. Продолжим сами в следующей. Собственно, разберемся, какого хрена здесь происходит. Какого фига комендант сливал информацию каким-то неким сталкерам, которые, собственно, плохие связи имеют с этими свободовцами. Ну что ж, с вами был Жека Замер Санте. Не забывайте подписываться на мои видеоролики, ставить лайки, писать комменты. Также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавлять видео в избранное. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях, в следующих летсплеях. До новых встреч!